Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stick War Legacy. Так, турнирный режим. Что-то тут новенькое, я так и не понял. Выберите сложность, например, обычный шахтер. Так, наполнение мешка золотом дает бонус. Ну и что? Первый раунд. Продолжить. Это типа я? Ну давай. Суперсхватка, вы получите золото каждую минуту. Мгновенное строительство. Блин, так мы же вроде бы... Че, можно все, что ли, тут? Ну давай, я улучшу. Мне-то что? Я вообще-то хотел на самом деле пойти, блин, на задание, ладно. Сейчас я их прокачаю здесь, друзья. Давай вот так вот сделаем. Типа я готов. Типенько я готов. Ну, давай. Так, добычка. Что тут хоть у нас? Ого. Так, ну он тоже, да, я смотрю, не лопух. Так, я, значит, тогда сделаю великана, наверное. И буду готовить мечников. Они сразу, что ли, ко мне побегут? Нет, они, друзья мои, стоят. Стоят. Стоят и ждут у моря погоды. Фига он там лукари наклепал. Так. Ну окей. Подожди, а почему звездочки? Я не пойму. Это... А почему мои мечники-то стоят? Я не пойму. Мои мечнички стоят, главное, ничего не делают. Очень удивительно. Я сейчас просто посмотрю, что он тут будет делать, когда мы к нему подойдем. Естественно, сразу дристать побежал, да? Сразу же, ребята, дристуна запустил, ладно. Я опять побегу на него. Такс. А я сейчас нафиг ему просто разнесу его замок, да и все, ребят. Не, ну а на самом деле, а что мы там будем стоять и выжидать? Просто сразу в разнос, да и все. И не будем с тобой тут ничего особо такого делать. Сейчас мы замок ему... Сейчас он сделает подкрепление, наверное, да? Как обычно. Он даже ничего не успел, ребята. Вызвал свое подкрепление, мы ему... Уже, как говорится, разнесли кабинку. Такс. Против Гай. Играть в следующий раунд. Вас и враги разделяет куча камней. Разбейте их, чтобы пройти. Тут уже 15 улучшений всего лишь я могу сделать. Но я, наверное, сделаю мечников. И, как обычно, по традиции, конечно же, добытчиков наших. И, возможно, вот так вот сделаю. Я готов. Я готов. Так, баррикада всего лишь одна. Всего лишь одна баррикада. Мне-то там наговорили. Ох, будет там целая куча баррикад стоять. У него сразу 4 добытчика, блин. А у меня только лишь 3. 4. Ну давай сделаем 5. И, наверное, уже будем понемножку. Он, наверное, на лучников сделает акцент, да? Раз, два, три, четыре. 5. У него тоже 5 добытчиков, ребят. Ну, окей. Я начну, наверное, потихоньку делать армию. Угу. Ну, я так понимаю, он этим добытчиком управляет сам, да? Да, потому что он быстрее работает. Он быстрее работает. Так, ну, мы с тобой акцент делаем на мир. Я, наверное, пойду пока баррикадку эту снесу. Ребят. Да и, наверное, нападу на него сразу уж. Посмотрим, насколько они тут крепенькие, эти ребята. Или он убежит? Нет, не убежит.
Ага. Мы ему сейчас добытчиков поуничтожаем. Все, побежал, ребята, побежал, трусиха. А мы все еще все горим, к тому же, блин. Это не очень хорошо для меня, друзья мои. Ну. Давай-ка мы, наверное... мы горим. Мы, друзья мои, горим очень жестко. У нас хпшки отнимаются, только шорох. Так, я, наверное, сделаю еще лучников. Наклепаю, да? Раз, два, три, четыре, пять. У него что-то не уменьшается, ребят, количество добытчиков. Или я ему не снес ни одного? У этого там хп осталось мало. И не попал. Хе-хе-хе. И не попал. Сейчас мы, ребята, издалека. Так, он еще двух мечников, да, призвал. Где мои лучники-то? Ах, посмотри, как хорошо, ребят. Ай, посмотри, как четенько. Мама мия. Так, ребята, у него, блин, лучник-засранец появился. У него лучник-засранец появился. Ладно. Я хочу проверить. Так, ну этих мы в дрибодан. Я вижу, что сносим. Ни о чем. Друзья мои, просто ни о чем. Да, походу, ему кранты. Вот тебе и мама мия, да, друзья мои? Вот тебе и мама мия. Есть. Мы получаем сундук. Так, ну что, друзья мои, с кем я? С... Шон. Тут будет какой-то Шон. Так, кубик команды начинает игру с огромным количеством золота. С огромным количеством золота. Окей. Допустим. Так. Ну, я, наверное, готов. Добытчики. Ну, он добытчик сразу начинает, а я, наверное... Я, наверное, не то сделал немножко. Давай так сделаем. Опять добытчиков поставим. Так, мечник. Но тут ледяные. Ледяные, значит. А у нас огненные, да? Лучники. Ладно, закажем мечников штучек 10. И лучников штучек 10. Так, штучек 10, штучек 10. И копейщиков штучек... Конечно, хотелось бы 10. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Так, 6 добытчиков у меня. А, ну у меня лимит по армии будет. Так, он тоже копейщиков. В общем, ледяные, да? Так, серьезно? Окей. Да мы, ребят, просто разносим. Блин, мы, конечно, какие-то заторможенные, но мы замороженные. Ну. Бамс. Разнесу в хлам. It's cold.
Смотри, что он делает. О, ага, он... Так, начинает юлить. Фига, у него, ребята, суперудары есть тут, прикинь. Нормально парень устроился. Такс. Блин, если мне сейчас великана уничтожат, это будет плохо. Да хорош, лучников этих. Тут уже нужны намечнички. Давай, 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 родные. Блин, тут еще второй копейщик подошел. Так, давай-ка мы, наверное, в замок забежим. Попробуем сейчас быстренько тут построить немножко армию нашу. Что сделать? А теперь выходим. Да-да-да, вот так и надо было сделать. Сразу же. А сейчас мы лучиков запинаем этих всех. Фига они оборзели вообще в корень. Уже пришли на мою территорию добывать эти золото. А вообще в корень оборзевшие ребята. Я тебе скажу. Да, понятно. Уходим, 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 уходим. Ауч. Че, он всю территорию, что ли, задевает, блин? Фига себе. Так, я сейчас все равно, ребят, я сейчас накоплю и буду бомбить его. Наверное. А что вот это такое? Ускорение он сделал, да? Он сделал ускорение, ребята, чтобы они быстрее добывали. Давай, кроши, кроши, кроши их. Да не нужны нам лучники пока. Господи, лучников этих поставил. Вот, 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 вот. Всех добытчиков ему. А все, друзья мои, у него больше нету подкрепа. Так что до свидания, дядя. В хлам разнесли. Так, ну что, поехали дальше. У нас финал. Кирис или Цирис. Я не знаю. Так, команда начинает игру с небольшим количеством золота и двумя шахтами. Сражение за уничтожение... статуи противника. Так, ну, допустим. Так. Ну, он тоже, ребят, начал с добытчиков. Он тоже начал с добытчиков. Так, пора немножко сделать армию. Так, он кого будет, интересно, здесь? Пока никого. Пока никого. Кто там? Блин, твою налево. Электрические, да? На этот раз электрические охламоны, друзья. Так, значит, нам понадобятся здесь еще и лучники. А я лучников не прокачивал, да, как назло. Даже ничего не успел, пикнуть даже не успел, парнишка. Сейчас попробуем этих лукарей завалить.
Это не лукари, это мечники. Так, отступаем, сейчас начнется. Гады попали, а. Гады попали по нам. Так, пошли травить их. Мне бы добытчиков бы ему, конечно, бы всех завалить бы. Да уйди ты, косорылый. О, как раз они. Вот как раз есть. Нормально сейчас. Минус двоечку сделали. Нас, конечно, тоже тут, ребята, достало. Но я его сейчас все равно, ребята, буду. Я буду прессить, прессить и прессить. Так. Бэм, с моего игрока. О, супер удар, ребят. Пускай тратится на супер удар свой. Пускай тратится. Он протратится. Так, мы, наверное, с тобой еще сделаем одного капитона. Ой. Вот эта вот мразь тут не нужна нам. Так, попробуем, ребят, все-таки напасть на его замок. Ядрен матрен. Уходим. Он там активировал и молнии, и все подряд, да? Слушай, ну тут жестко. Что я могу сделать? Выслать этого зомби? Это, наверное, лучники все-таки понадобятся. Вон там бомбит-то, кто-то там. Блин, осталось совсем немножко, ребят, здоровья там у него. Ну, я смотрю, что капитоны более-менее дольше стоят, держат. Держат эту оборону. Блин, этого копейщика, ой, копейщика, этого титана, тирана, блин. Завалим мы сегодня или нет? Да должны завалить. Там осталось у него немножко хп. Ну, есть. Так, ну что, ребята, мы с ним распрощались. И теперь будем, блин, лучники. Да куда ты пошел? Тут этот, блин. Лучники, бомбите эту хилку. Ну. Есть. Ну, а дальше дело за малым. Дело за малым. Так, у него там костяные уже лучники откуда-то взялись. Да, да, мы здесь победим, ребята. Победа здесь будет за нами. Рухнула империя вражеская, а? Нормально. Ну что же, я становлюсь победителем, получить корону. Вот он, ребятушки, я с короной. 12 новых челленджей. Да? Пропустить ожидания через 3 часа. Не надо. Вот, ребята, у нас наши основные миссии. А Юлочка не даст подарочков дяде Рэю?
Нет, не даст. А могли бы. Могли бы дать. Балалайка тебе, как говорится, на всю рожу. Так, ну это, ребята, пропущенные мной, да, этапы. У меня доступны только вот эти вот 4 красные. Ну что ж, давай начнем уничтожить статую врага. Невозможный, как всегда. Так, и... ну, лучше, наверное. Типа, я готов. Опять же, все зависит, ребята, от противника. Ага. Блин, золотой копейщик, да? А что это у меня такие стигманы большие? Почему у меня такие большие стигманы? Или мне кажется? Да нет, не кажется, они большие на самом деле. Как-то... ну, в разы больше, согласись. Блин, мне не нравятся эти вот... копейщики. Может быть, нам с тобой магов позвать? Маги же тоже хороши. Они этих приспешников-то выпускают. Это быстренько? Ага. Так, там и все золотое, ребят. Я не знаю, смогу ли я тут с ними справиться. Уже какое-то сомнение у меня почему-то. Да ладно, фиг с ним. Давай вначале все-таки. Сейчас посмотрим, они сломают. Мы посмотрим, насколько они, ребята, крепкие. А, они должны быть крепкими ребятами, насколько я помню. А тебе нет такое ощущение, что он слишком быстро их клепает? У меня армия еще фиг да нифига, а у него там уже, извини меня. И что, и побежит, что ли? И побежал. А, так они вон какие, ватненькие, да, получаются? Ну как ватненькие? Полуватненькие, скажем так. Блин, нет, ребят, нас тут разносят. Ну что-то вообще ни о чем, друзья. Меня здесь разнесли. А что тогда делать? Да давай ты быстрее идешь, так как штаны наложил, господи, а. Блин, я не знаю, как быть. Да лучники что-то тут не особо рулят, если честно. Сколько он наносит, ребята? Он наносит 63 урона, а мы наносим 15. По-моему, уровень сложности невозможно меня не покорить. Они все 63 урона наносят, прикинь? Все. Если с мечниками мы еще с тобой более-менее разбираемся, да? Пока добегут, пока ударят, блин. Так, друзья, ну здесь хоть более-менее как-то... как-то мы чуть-чуть... А это кто-то кидает? А эти-то куда... эти-то куда бегут? Лучники, я еще такой думаю, что за...
ушлепки там со мной притулились, блин. Так. Если мы, ребята, по возможности не дадим им выстраивать армию лучников, то, может быть, даже и сможем здесь победить. Может быть. Ну и, соответственно, конечно же, добытчиков еще сносить. Тоже немаловажный фактор. А он постоянно этих лукарей клепает. На постоянку, я смотрю. Смотри, смотри, смотри. Упертый лучник у него, а. Так, мне придется опять бомбить. Так, у него остались только добытчики. Угу. Так. Тут главное, друзья мои, не переборщить с этой. С базой. Если мы ему базу, ребята, нафигачим, он вызовет подкреп. А нам как бы в данный момент с собой подкреп вражеский нафиг бы не нужен здесь. Наверное, великан здесь, скорее всего, не понадобится. Да не трогай ты ему базу, господи. Сейчас вызовет подкрепление, будет тут нам праздник лета и души, блин. Он заколебал, ну вот серьезно, ребята, он заколебал своими вот этими вот капитонами. Согласись, тут несправедливо сделано то, что он намного быстрее, ребята, выстраивает армию, чем я. Смотри, сколько нам надо сил сделать, чтобы ему разобрать этих копейщиков. И в этот момент нам в спину там летят, извини меня, стрелы с вражеской базы. И опять он их наклепал. Подожди, а что это он? Как он так их вызвал, а эти стоят до сих пор строчат, блин? Вообще не понимаю вот этой темы. Так, ну походу, что все, ребята, у меня full лимит. Пора. Пора, наверное, друзья мои, все-таки уже нападать, сносить ему замок. Я боюсь, там сейчас выйдет какой-нибудь великан золотой, с которым мы не справимся. Давай смотреть. У нас все равно выбора нету, нам надо нападать. Ну что, друзья мои, вот и армия его. Кстати, я тебе скажу, не очень-то она и крупная. У нас там маги, что ли, где-то? Я не могу понять. Есть. Все-таки я прошел на невозможном, ребята. Это круто. Это очень круто. Ну, продолжаем тогда. Так. 354-я миссия. Чего против шестерых боссов? Фига себе, улучшение, 40. Самое большое, ребят, которое я видел, это 40 улучшений, нифига. Ну, против 6 боссов я, наверное, не выстою. 6 боссов, блин. И это наверняка тираны какие-нибудь. Так, 25% к урону замковым лучникам. Давай так. Давай смотреть, что у нас тут предлагают. Строительство идет моментальное. Так, нам... Воу! Видно будет что-то жесткое, друзья мои. Судя по тому, что нам надавали. Плюс лимит 60 бойцов.
Блин, вампиры идут. Ну, давай смотреть. Сейчас, да, сейчас такая вот орда будет, орда за орду идти. Вперед, друзья мои. Нет, 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 не идем никуда. Стоим, стоим и отхиливаемся. А в этот момент я, соответственно, накапливаю армию. Так, Blood Blades какой-то должен появиться. Не знаю, что за Blood Blades. Этот крупный, наверное, что ли. Ну да, наверное, это и есть Blood Blades. Так, босс, чего там босс? Ага, теперь пошли такие хмыри с секирами, так скажем. Пошли с секирами. Блин, мы не успели с тобой восстановиться, конечно. Блин, хилка, ты бы вот не мельтешил бы, нахиляла бы твою налево, блин. Она не хиляет почему-то. Я не знаю почему, ребята. Она не хиляет нифига. Этот, блин, у меня там бедолага. Его бы залечили бы хотя бы, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это получается вторая, да, волна? Сразу же третья, блин. Просто, ребята, без остановок это все, короче, делается у нас тут. Предводители сейчас накажут. Вот что я могу сказать тебе. А это не хиляет нифига. Дура непутевая, не понимаю. Почему? Все, ребята, предводителя завалили, типа. Давай, 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 проминаем их тогда. Град стрел летит там. Это мой там копейщик, что ли, такой? Бравый был. Уходим. Блин, она медленно идет. Она медленно идет. Ее... поймает ее быстро. Ну, смотри, что происходит. Офигеть, мы с тобой с одним копейщиком, блин, 3 часа тут елозим. А что у нас там, с золотом, что ли? Блин. Так, от армии-то почти нифига не остается уже. Вот, ребята, и здоровяк вышел. Вышел здоровяк. Блин, он просто раздавливает, ребята. Всех моих братков, так скажем. А что у нас там? Молнии есть. Давай так сделаем, наверное. В плане зомби пошли.
Да, конечно, ага. Они горят. Смысл? Ну, горят они, ну. Великана позовем тогда уже еще этого грифона. А что мне остается делать? Он какого-то гиганта, ребята. Это все, что мне, блин, надавали, надарили, я... Сейчас сбагриваю. Еще босс один. Да ну нафиг. Куда он пошел-то, эй? Я с этим до сих пор, блин, не могу. Оу, ребята, ну тут... Нет, это, конечно, что-то перебор. Великана сейчас моего запинают. Да ну! Вы что, вы издеваетесь, что ли? Посмотри. Да, ребят. Че, вы че чокнулись, что ли, блин? Направлять на меня вот такую... Да не, друзья, какое тут... Тут уже все. Да. Молодцы. Придумали уровень, называется. Ага. По 280, по 360. Ты прикинь, у них урон. Какой? Да, но это были последние, друзья мои, охламоны, конечно, я понимаю все. Но... Нет. Давай тогда не этот, а... Сделаем невозможное, хотя бы хард. Ну, ребят, это, там, конечно, уж вообще перебор. Сами же видели, невозможно. Боссов еще столько надавали там, блин, офигеть. Бомби как хочешь называется их. От великана здесь толку мало, ребят, поэтому я качать его не буду. Новое достижение какое-то. Вот так вот попробую, ребят. Может быть, на харде получится пройти хотя бы. Ну, там, конечно, что-то уж вообще оборзевшие. Просто оборзевшие. Да, их тут поменьше, но я надеюсь, и волн будет поменьше. Как бы посмотрим сейчас. Что у нас из этого получится всего? Да, не так часто волны, кстати, идут. Ну и это хотя бы начинает хилять. А то хиляет только во время боя, блин. Так, погнали. И тут нам дали копеечек. Нет, копеечек у нас, по-моему, был уже. Bloodblaze, кровавые клинки. Ну, это босс-то первый, этот сосунки, а не босс. На этом режиме я их, наверное, все-таки ушатаю. Опять же, неизвестно, какие там по мощности босса пойдут. Ну, видно, что здесь быстрее намного они разносятся. Лица разворачиваются, только шорох. Давай, наверное, мага позовем еще. Так, осталось 5 боссов, да? Нам написали, осталось 5 боссов.
Так, ну этих босс сейчас будет, да? Потом будет босс индейцев после этих, да? И босс великанов. То есть великан с боссами вместе. Так, а ничего, мне добытчика уничтожили, гады. Так, Сиклим-Врейд. Какой-то Сайкл-Врейд. Давай его тоже накажем. Слушай, ну здесь в разы, конечно, попроще. Тут даже можно, знаешь, как сделать? Вот так вот. Встать прямо на передовой здесь вот. И ждать их. Ну да, так даже будет проще и быстрее. И моя тут будет успевать отхиливать их. Только хиляет почему-то всех, этого не может хильнуть. Так. Не хиляет она предводителя. Назло. Только с этих основных моих ребят. А нет, он смотрит, пошла хилять. Ну. Так, сейчас по идее должен быть босс. По-моему, да? Босс индейцев. Или великаны сейчас пойдут. Ага, три босса осталось. Ну ведь начал их захилять, что ж не захиляло-то? Офигеть, там, конечно. Они наносят урон по 125. Мы там по 70, по 21. Просто урон ни о чем. Вон, там уже у меня трупиков целая куча лежит. Да отступите вы, дайте им выйти-то побольше, блин. Ёпрасы-то, ну. Видите, что не справляемся, блин. Что, не успеваем их бомбануть? Нет, стоят там, блин, титьки-те, ребят. Так, два капитона призову. Просто рубит одного за другим. Просто гора трупов, он начинает оттуда, пока мы его толкаем. Прикинь? Так, это у нас нежить. Сейчас пойдут босс нежити. Отлично, тут даже добежать не успели. Как мы их наказали. О, ну дохиливай ты его, давай, давай, давай. Так, понятно. Не достаем мы до них. Гигант. Отступим. Сейчас начнет, блин, своими ножками топать, блин. Ну, конечно, ребята, тут в разы быстрее. Смотри, сколько. А там мы его бомбили. Небо и земля, скажем так. Мы не достаем. Давай в атаку.
В атаку. Да, конечно, попроще, намного проще, ребят. Так, сейчас мы лучников с тобой оттуда выведем. И уже запинаем их всех. Это последняя волна, по идее, ребят. Надеюсь. Просто этот хоп-хоп. Один удар, один труп. Финальный босс, вот он. Вот он, ребятушки, финальный босс. Мы его разнесем. Я тебе точно говорю, что мы его сейчас расколбасим. Но уровень не невозможный, а хард. Но тем не менее. Есть. Сдулся. Фью. Почему-то очень большая разница между хардом и невозможным. Согласись. Это даже видно невооруженным глазом. Так. Прошли. Ну что, ребята, 355-я миссия. 15 улучшений. Типа готов. Так, что там у нас? Дожить? А, дожить до заката. Это мы будем против нежити или против армии? Нежить. Тут будет нежить у нас. А значит, будет наверняка и босс нежити, да? Оу! А вот это вот уже подлинненько. Фига! Мне вот это совсем не нравится. Что-то какая-то... Да хорош! Так, у меня что-нибудь есть? Да не хотелось бы мне тут тратить это все. То есть вы сейчас так и будете вот на моей территории здесь появляться до бесконечности? Насколько я понимаю. Да так оно и будет. Они мне не дадут тут спокойно пожить. Да. И вылазит из-под земли. Так, разобрались. Что-то бьем одного, тут сразу же еще другие выскакивают, непонятно, блин. Еще проблема, они сразу из-под земли у нас, прямо из-под ног вылазят. Еще может добытчиков, я не знаю. О! Плохо. Это уже пошли в эти капитоны, мертвые капитоны, копейщики, короче. Слушай, ну пока у нас, пока никто не умер. Я смотрю, или умер, а, нет, умер, вон, есть один, ребят. Один трупик готов, стоит. Да, блин, ну пройдите вы, да бомбите вы их, твою налево. Нет, блин, ударят, отойдут, ударят, отойдут. Нафиг это так делать-то? И от базы-то отойти нельзя, от своей, потому что эти уроды появляются тут, понимаешь? То есть и хочешь уйти, и нифига, ребята, не получается. У нежити... А, нет, у них есть плевуны. Я хотел сказать, у них нету стрелков, у них есть эти зомби-плевуны, блин.
просто какой-то нон-стоп. То есть ты роняешь их, он потом еще лежит, встает. Блин, конечно, да, трэш. Вообще не понимаю, что там происходит. Кто кого где бьет, блин. Тут моего лучника, конечно, прижучили. По-моему, я, ребят, проигрываю. У меня, кстати, ни одного добытчика даже не осталось. Хе-хе. Мы не успеем. Да ну, тут тоже, ребята, какое-то такое, блин. Блин, офигеть, блин. Просто, блин, бомбишь одного, другого, третьего. Тоже, короче, у меня не получается, ребята, на невозможно придется на харде. Ну, на харде я их порву. На харде я их, ребята, разорву. Это 100%, тебе говорю. Блин, трэш какой-то. Просто трэш. На невозможном... Ой, на харде вроде бы легко, блин. На невозможном просто сложно. Нет, тут все зависит вот из-за этого. На хард он предназначен для того, чтобы ты вот тратил свои погремушки вот эти все. Другого варианта тут нету. Давай, фигли. Разбирать потихонечку. Ну и здесь меньше, и волн будет меньше, по идее. Так должно же быть. Да и помимо того, что прям из-под ног, вон, видишь, вылазит. Насчет разбираться быстрее я бы не сказал бы, что быстрее. Ну просто их, наверное, будет меньше здесь. Я так надеюсь на это. Особенно в конце, когда на харде на невозможном играли. Там просто, ребята, волна за волной. Просто их невозможно было даже победить там. Да и тут тоже вон они, один за другим вылазит. Просто. Без всяких этих. Без секундной передышки. Без секундной передышки. Так, я, может быть, не знаю, тут либо лучников взять сейчас, либо копейщиков. Кого тут лучше взять-то нам? Ну давай, наверное, копейщик все-таки возьму парочку. Вот как вот так вот, интересно. Вот он вылазит, мы его бомбим, бомбим, бомбим. У него здоровье перестает уменьшаться, ребят. С чем связано, не понимаю я. Если он вылазит, мы его бомбим. Он продолжает также вылазить, у него хоп, здоровье останавливается. То есть оно не тратится уже. Странно, да? Угу. Уже до этих дошли. Идут хромоногие. Так, ладно. Здесь мы этих тоже уничтожили. Ну что я могу сказать? Пока у нас никого нету. Я имею в виду из потерь. Довольно бодро тут разбираем. Ну копейщики такие все, ну видишь, они как бы 15 к урону. Но они больше все-таки не боевые эти, они сдерживающий фактор. А обычно против лучников, то есть как бы принимает весь стрелковый урон на себе.
Ну. А, ты посмотри, вот это уже пошла, ребята, возня называется. Это уже ближе к финалу, да? Потому что их тут начинает целая куча выползать. Так, это последнее, по ходу дела, да? Ну да. Вот смотри, здесь вот легко, да, на харде. Блин, на невозможном, ну слишком как-то сложновато. Так, друзья, по-моему, это второй сундук у меня, который я зарабатываю. Ну что, 356-я миссия у нас. Начинаем с харда, смотрим. Ой, начинаем с невозможного. О, а тут даже. Тут даже, друзья, мне выбора не дали. Просто вот так вот поставили. Лучников и копейщиков. О, ну да, и копейщиков. И все. Он побежит на меня, что ли? Нет, пока стоит. Как вы долго добываете, а? Ну давай, 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 родной. Одного копейщика только вы... А что он тут один сделает? Я не знаю, что он там один сделает. Ну, даже если он золотой. В плане нежить. В плане нежить-то пошло, эй. Давай Грифона позовем тогда уже. Хорош. На, получи, фашист, гранату. На тебе. Давай тогда двигаться вперед. Раз уже они там стоят в глухой обороне. Не оборона, там, конечно, там лучник этот паршивый. То, что у них костяные костюмы, да? То есть они превращаются в нежить после смерти своей. Какой-то гладиатор Иноморта. Иноморта, где гладиатор Иноморта? А, это мой, с моей стороны гладиатор Иноморта вышел. И стоят там. Хорошо, ладно. Че он стоит-то? Не могу. Че он там стоит? Дурак отваляет, блин. Слушай, ну этот грифон хорош. Хорош. Ага, они побежали, ребята. Отступаем. А суть у меня что, уничтожить замок, да, по-моему, или что? Ты посмотри, что делает, а? Ну тогда давай уже нападать на них, фиг с ним. Я понимаю, что выйдут, наверное, еще великаны. Я понимаю, что будет вот это вот возня, блин, вечная. Но лучше уж тогда мы начнем ему замок уничтожать, чем стоять здесь, выжидать. Давай попробуем. Ну вот эти вот, у меня вот прям раздражает. Вот стоят и все, и ничего не делают. Так, вызвал подкрепление. Вот кто у него, ребят, в подкреплении. А я вот так вот еще сделаю. Хоть где-то да пригодилась мне эта молния, блин. Прям тут вообще их
Хорошо так. Хорошо прям запечатали. Ой. Давай. Есть. Все, друзья мои. Финита ля комедия. Да, мы прошли. На него сможем. Потратился, не спорю, ребят, потратился, но... Зато на невозможном прошли. А вот тут, конечно, это как-то трэш полный. Ну что, пошли за сундуками. Два сундука должно быть, по идее. Так, где они там? Коллекция. Открыть. Давай. Ну, такой себе, 250 кристаллов. Нормально, слушай. 250, 500. 500 кристаллов, это вот 1000. Оболочки у нас сколько стоят? Да там, по-моему, 3000. 1500, так. 3000, ребят, 3000. Говорите, костяной хороший, да? А что такое нью? А что нью? Я не вижу. А, вот что у нас появилось. Ого, а что тут? Блин, а каждый свое дает, ребята. Два Америка, это что такое? Фига, это ну, во. За 3000 Golden. Короче, дает одного золотого копейщика, лучника. Хм. 1500 стоит, да? А тут золотого и золотого лучника. Давайте, ребят, наверное, возьмем Blazing King. А ну-ка. Так, это ледяной. Давай вот такую вот статую возьмем с тобой. Купить. Такая у меня, ребят, теперь будет статуя новенькая. Ну что ж, друзья мои, а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.